Необычной идеей Ивета Беглярова, преподаватель 7-й видновской школы, загорелась еще несколько лет назад. Желая привлечь интерес молодежи к классической литературе, она вместе с ребятами решила объединить стихи Лермонтова «Тучи» с одноименной популярной композицией группы «Иванушки Интернешнл». Тучи, люди, 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 люди. Съемки клипа прошли год назад. Интересную работу было решено отправить на конкурсы. Сначала на научно-практической конференции она была удостоена первого места, а совсем недавно ролик выиграл на районном конкурсе «Веснушка». Мы работали командой. Мы с этими ребятами вместе с 5 класса. Мне кажется, я надеюсь, мы друг друга хорошо понимаем. Они люди творческие, они артистичные. И поэтому с ними работать было очень легко. И несмотря на то, что время идет вперед, у ребят остались приятные воспоминания. И они с удовольствием рассказали, как проходили съемки. Антон Шахов прочувствовал все трудности актерской профессии. Мне дали телефон и наушники. Я их аккуратно провел к себе в ухо, чтобы хотя бы понимать, как хотя бы рот открывать в движение. Саму песню. И получилось так, что я снимался в куртке и в футболке. Это было, мне очень было холодно. Мне пришлось сесть на ступеньки, обледеневшие. И как итог, я замерз и заболел. Но все-таки свое я отснял. Но все равно Антон считает, что пережитые впечатления незабываемы. В клипе он больше остальных ребят читает рэп. Нет вам наскучи, ленивы, бесплодны, чужды вам страсти и чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные, нет у вас родины, нет вам изгнания. А вот Артем Трисмегистов проявил себя как настоящий каскадер, но в этом, считает он, большая заслуга всей команды. Специально для нас начинающий артист повторил трюк. Коллективная работа, то есть, была очень хорошая, было весело, все-таки все одноклассники, друзья давно знакомые, и то есть, а вот такой творческий проект, он сплощает людей. Но человек, без которого не было бы побед и ярких впечатлений, это, конечно, оператор, ведь именно он смог увидеть и снять интересный кадр. И здесь отличился Ваня Кайвистойнин. В ролике он также проявил себя как монтажер и звукорежиссер. Моя как бы главная задача была помочь моей учительнице Ивете Георгиевне. Вот, она очень на меня надеялась. На мне были такие достаточно тяжелые задачи. Но я с ними справился. А ребята, наша команда очень хорошо тоже справилась. Говорили все как и должны были делать. Ивета Георгиевна признается, что планирует продолжать работать в этом направлении, но подробности пока оставила в секрете. Этот новый и необычный, но понятный для подрастающего поколения формат погружения в классическую литературу очень ценен. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.